Всем доброго времени суток. Сегодня получила такую посылку. Интересно упакованная она мне. Просто здесь коробка с утеплением. Впервые получаю такую посылку с утеплением. Тут, естественно, растения. Так, очень капитально все утеплено. Здесь тоже зафиксировано все скотчем. Шла она около 7 дней. Сейчас покажу, распечатаю. Здесь все тоже плотненько сделано. Утеплитель такой. Сейчас у нас температура ночная минусовая, поэтому продавец решил подстраховаться. Живое. Это филодендрон Red Emerald. Все живой. Приехал в целости и сохранности. Укоренен он в амхе. От Максфагнум. Прошу за голос. Болею. Но решила снять видео все-таки пока. Решила снять видео, тем не менее. Так что вот такой. Будем расти. Большими и красивыми. Здесь вот небольшая варикатность, а здесь подкупил хороший окрас листа. Поставлю сейчас его на стеллажик. Пусть в дальнейшем растет пока в амхе, а потом пересажу попозже. Так что не бойтесь, заказывайте в минусовую. Хорошо доходит неделю. Шел он мне отличненько добрался. Всем спасибо, всем пока-пока.